Здравствуй, новый день в Анталии. Не знаю, я очень люблю этот город. Но я хотела сказать о том, что мы наконец-то получили наши вещи. Я уже до этого, по-моему, когда вот мы гуляли по Каличи, да, я там записывала видео, говорила о том, что наши вещи не прилетели из Тбилиси. То есть, когда мы прилетели обратно из Тбилиси, из Грузии в Анталию, наши вещи не прилетели. То есть, мы писали заявление, нам сказали ждать 3-4 дня. То есть мы тогда уже поняли, что нам нужно будет задержаться в Анталии. Вот. Мы наконец получили наши вещи долгожданные. Ну, не то, что... Ну, как бы вещи мы получили даже чуть раньше названного срока, чему мы очень рады. Но мы еще не улетаем. Мы будем здесь еще пару дней. Потому что нужно вторым там оформить кое-какие документы. А нам нужно к ветеринару. Нам нужно купить чемодан, потому что наш, скажем... Одна наша сумка большая, чемодан, уже все потрёпанный вид, то есть нужен чемодан один большой. Вот, плюс день рождения у Тимура 16 числа, 16 апреля, вот. Ну и просто погулять, понаслаждаться этим городом, что-то купить из одежды, прикупить, вот. Улетать. А еще только буду, конечно, мы будем гулять, я буду постараюсь что-то все снимать, но сейчас не обещаю, потому что... Я немножечко отвыкла снимать видео, есть такой момент. И если честно, вот есть такое прям, когда гуляешь, не хочется доставать телефон, не хочется снимать, не хочется включать камеру, хочется просто гулять и наслаждаться, смотреть, просто наслаждаться моментом. Моментом просто не снимаешь. Буду над этим работать, исправлять. Надо немножечко что-то поснимать, потому что потом даже сама буду это пересматривать. Это все-таки тоже как воспоминание. Вот так ходит вот такой вот старый исторический трамвай. У него, как скажем, немножко отдельная ветка. Такой вот эта улица. Такой симпатичный, яркий. Просто проходили мимо и решили небольшой перекус мне устроить. Спасибо. Ну, здесь они просто мы приходили, у них так вкусно пахнет свежим хлебом, они прям сами выпекают хлеб. Вот еще попробовать вот такой вот десертик. Через такое поле спустились, немножко отошли от центра, и вот здесь вот, вот так вот.
Темная. Вот она. Темненькую достанешь. Вот эти? Да. Бананы. Вот они, ворота Адриано. Да.
подъехали к подъемнику. Туда-обратно стоимость получается $10, либо 193 лиры и там 26 куруш. Вот, а если есть там ВНЖ, рабочая виза и тому подобное, гражданство, то цена намного ниже. Туда вот на гору поднимаемся. Доехали с центра на автобусе КЛ-08. Вообще, наверное, около часа ехали. Вот здесь вид. И здесь, кстати, еще есть, если вот так вот в ту часть пройти, насколько я знаю, пляж Сарасу. А вот мы немножко отошли от подъемника сюда, вот в эту зону отдыха Сарасу, и тут видите, то есть есть такие вот столики, навесы, мангалы, это все здесь можно сразу сделать себе шашлычок, барбекю, то есть вот такая вот зона отдыха. А вот парковка, то есть все очень так цивильно. Столов много. То есть ни один, ни два. Есть как открытые, есть вот с навесами. И там очень много этого всего. Так вот. И сейчас еще покажу горы. Ну, там уже кто-то жарится. И вот так, если еще дальше пойти, и вот уже виднеется море. Практически уже дошли до моря. Конечно, в Анталии, мне кажется, пляж Каньялты лучше, чем Сарасу, и пляж, который в Кличе. Не знаю, мне больше нравится. Хотя, конечно, я знаю, что многим на этом побережье больше нравится в Алании пляж Клеопатра. Но мне кажется, там так много людей всегда. Он настолько, наверное, загажен уже. Вот звуки природы, птички. Та-дам! Да здравствует Средиземное море! Вот здесь получается, ну такое, скажем, песок смешанный с такими камнями. И не совсем галечный пляж, но и не песочный такой, что смешанный. Потому что пляж Каньялты, там прям камни, и они больше вот такого размера, вот такого размера. Хотя я вижу, ближе к воде камни становятся крупнее, но песочек песка меньше. Кажется, я вижу Бельдиби. Да, это, наверное, Бельдиби. Бельдибица. Когда отдыхали в Турции, путевки по инклюзиве, отель у нас был в Бельдиби. Видите, немножечко меняется.
И вот так становятся вот, вот такие вот камни. Вот, собственно, вот наверху подъемник. Хотя бы так. Прекрасно гулять в море. Сегодня, кстати, даже пару раз был дождь, но это не помеха, скажем, чтобы погулять и насладиться этим Средиземным побережьем. Вот здесь автобусная остановка, то есть на общественном, обычно на городском автобусе можно сюда приехать и уехать. Ну, кошак. Вот наш КЛ-08. В общем, вот стоим в очереди на презентацию местного турецкого электромобиля, вот он симпатичный. Получается, зашла внутрь этой полной, получается. Я начала говорить, а теперь видео на ключевую музыку. Презентация. Конечно, я с максимально умным видом стояла, когда мне рассказывали на турецком про этот автомобиль, потому что я ни черта не поняла. Ну, точнее, поняла 2-3 слова. Стоп, смотрите, какой сзади за этим всем фон красивый. А стоимость, получается, автомобиля 1 миллион
короче, почти 1 300 000 лир. Если в рубли переводить, то есть это около 5 000 000 рублей. Вот. Но это, напоминаю, это электромобиль. Я решила еще поснимать красивых видов. И, наверное, на этом буду завершать это видео. Смотрите, как красиво. Завтра уже точно улетаем из Бишкека с утра с пересадкой в Стамбуле. Вот. Немножко грустно. От этого. Свежевыжатые соки. Я тоже вот такую штучку взяла. Это лед здесь, вишня с апельсином. И сейчас будет свежевыжатый сок. Я взяла с гранатом. Так, завершающая часть, я буду записывать уже с аэропорта в Анталии. Именно по видео по Анталии здесь буду завершать. Скажем, видео будет такое не совсем понятное. Не то, что непонятное, а очень мало, что я снимала, потому что я уже вначале говорила, что не было такого желания что-то записывать, показывать. И даже если мы здесь гуляли по Анталии, мы то есть, гуляем, я такая, ой, вот это запишу, а вот это не хочу, не то, что не хочу, а лень. Ну, то есть вот так вот, что-то записала, что-то не записала, поэтому о Анталии будет, я мало ее покажу в этом видео. Ну, немножечко все-таки она будет. То есть подъемник не показываю, именно что еще. Какие-то места. Вот. Прямо такой, скажем, экспресс. Ну, не совсем, наверное, по времени не экспресс будет, но просто именно по формату, что всего очень мало. Вот. А мы уже в аэропорту в Анталии. А, летим в Бишкек. Пересвет. Летим в Бишкек, но мы летим с пересадкой в Стамбуле. Что такое с пересадкой? И у нас пересадка в Стамбуле, ну, такая довольно-таки хорошая, скажем, есть возможность погулять. То есть у нас сейчас утром не рейс, и в Бишкек у нас рейс уже вечером. То есть у нас будет пару часов погулять. Ну, здесь у нас получится немножко погулять, правда, у нас потребуем от погоды. И в Стамбуле сегодня дождь. А в Бишкек прилетаем ночью. То есть у нас вот такой вот состав. Вот. Что хотела сказать. Спасибо, что посмотрели это видео. И вообще спасибо всем, кто, скажем, до сих пор смотрит меня. Потому что я много что не записывала. То есть долгий был перерыв в моменте, что я ничего не записывала. Поэтому спасибо, что стали продолжаете смотреть. Спасибо, что смотрели это видео. Буду благодарна за палец вверх.